На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. 160,000 people evacuated from here. They had to leave for good, and there was like no choice. Тільки йшли так, будто би як партизани. Підкопувалися під проволоку і тоді йшли додому. Это все помирали, да, что-то? Мало людей, мало. А хоть якийсь дід є тут? А, бо там такі два, що нічим не утворить. От бабушкин город. Вот это все моє. Все моє. Прощай, роду, завтра встретимся. Повнодвисний реактор Чернобыльской атомной электростанции. Это те люди, которые нелегально проникают в зону Чернобыльской АЭС. Придется самостоятельно опасность для жизни и для здоровья. Пробу, она, конечно, приходит вся активная. You always kind of wonder about the last specimen of a dying species and how lonely that must be. Тихо, теперь сокрестись, ты тикай. Надо было в то время убрать людей отсюда. Родители, я ее не знаю. Все. А голоду боюсь. Все. Чернобыль там храп має, що ми живем тут. Нікуди не поїду, хай мене під пістолетом. Ви нас не бойтесь, бо в нас радіації немає. Що у нас?